Будете ставить прививку от коронавируса? Буду, но позже, возможно. Когда увижу какую-то статистику людей, отзывы конкретные, объективные, после этого, возможно, поставлю. А вы? А я еще не определюсь. Если он выживет, то я поставлю. С 2021 года начнется массовая вакцинация от коронавируса. Вы готовы поставить прививку? Я в том возрасте, что мне не поставят. Мне 80 лет, мне не будут ставить такую прививку. Нет, я лучше подожду и посмотрю на результаты, которые будут у тех, кого прививают. Почему у вас такое мнение? Ну, во-первых, существует много вакцин. Даже в России есть «Спутник 5» и «Эпивак Корона». Станет понятно, какая из вакцин лучше, а у какой есть, наоборот, какие-то побочные последствия. И еще несколько вакцин разрабатывается. Поэтому нужно подождать, посмотреть на результаты первых вакцинируемых, и тогда уже принимать решение. Ну, вообще стоит, да. Как думаете, почему стоит? Ну, я болел уже, я не хочу опять заболеть. Прививку от коронавируса будете ставить? Обязательно. Почему? Ну, потому что так говорит наука. Вы верите? Я верю. А как не верить? Верой живем. Я буду. Почему? Потому что я медик, я понимаю, что это надо, эффективно. А вы как думаете? Я не буду. А вы почему не будете? Убеждение. Пока не проверено, мне кажется. Не до конца, там же расследование все идет. И я думаю, что посмотрим по результатам, если будет уменьшение числа заболевших. Хотя мы, я не знаю, я честно скептически отношусь к данным, которые нам публикуют. Не уверен, что они достоверны. Но хотя бы если они будут рисовать в кавычках данные ниже, то, наверное, посмотрим, может быть, поставлю, а так пока нет. Я бы поставил, но я возрастной человек, там по положению людям старше 60 или 65 годов якобы ставить не будут. Поэтому я выпадаю из этой обоймы. Я уже переболел коронавирусом, поэтому не знаю. Там он говорит, это надо у медика спрашивать. А, вы посоветуете? Есть противопоказания? Нет, это же такое дело. Нет? Нет. Почему? Мы закаленные. Да-да-да, мы уральские парни. Нет, скорее всего. Почему? Ну, это вроде не подтверждено, что она помогает, разве нет? Ну, я никакой информации не обладаю. Когда уже это подтвердится, скорее всего, что это эффективно, наверное, тогда и будут какие-то действия. А так нет. Знаете, как-то я так осторожно к этому. Пока не убедился, что это будет значимо. А вообще, конечно, я за вакцину. Люди все устроены по-разному. У одних здоровье лучше, у других похуже. И, конечно, кому-то это очень необходимо. И она нужна. Будем? Почему? Ваше мнение? Пусть будет, это же обезопасит нас от заболевания. Вы как думаете? Тоже? Так же думаю. Так же. А вас все равно не видно. Я понимаю. Будете ставить прививку от коронавируса? Ну, если позволят. Дефицит. Давайте. Массовая вакцинация начнется 2021 года. Хочу.